Всем привет, друзья! Вот, как я обещал, добрался я до аналитики видео «Дом ведьмы», там, где погибло два брата. Начну с того, когда у меня упал свет, пытался включить фонарик на телефоне, я слышал впереди себя шаги. С другой уже комнаты были шаги и хрип. Вот этот момент, внимательно прислушайтесь, там не только был хрип, но и шаги. Ну, буду рассказывать о таких более ярких моментах, которые мне больше всего запомнились. Это тот момент, когда я на вспышку телефона фоткал зеркало. В зеркале был круг, а посередине этого круга был крест. Но в тот момент, когда я сфотографировать хотел именно вот этот круг с крестом, я увидел лицо. Лицо уже увидел на монтаже. Вот сейчас внимательно присмотритесь, вы увидите силуэт человеческого лица. Возможно, это как-то попало мое лицо, я не знаю, либо это лицо той сущности, которая там находилась в этом доме. После того, как я сделал фотографию этого зеркала, я услышал хрип со стороны дивана. Вот как раз тогда раздался такой жуткий хрип. И вот после этого хрипа я отправился во вторую комнату, также начал фотографировать все углы. И в окне также был силуэт лица. Вот внимательно посмотрите, здесь уже точно не могло быть мое лицо. Либо это игра света, либо это реально вот сущность преследовала меня вот такими вот силуэтами. То в зеркале, то в окне. Также силуэты были на печке, в углу шкафа. На протяженности всего вот этого видео было очень много силуэтов. Проводя сеанс ИГФ, эти братья мне сказали, вернее, души этих братьев сказали то, что их забрала ведьма. Вы про ведьму говорите? Забрала она. Видимо, это все правда, то, что рассказывали люди, видели два силуэта мужских возле этого дома и также силуэт женщины. То, что вот это и есть две души братьев, которых она задушила, и силуэт вот самой ведьмы, дух вот этой ведьмы. Также я нашел ящик в другой комнате, вернее, как я находился в тот момент за столом, где проводил сеанс ИГФ, и услышал шорох. Войдя в ту комнату, я увидел ящик. На этом ящике, на самом деле, я потом пригляделся на монтаже, на этом ящике на самом деле была пентаграмма, выцарапана пентаграмма сверху. После того, как я открыл этот ящик, я нашел там иконку, пустую иконку и зеркало, грязное зеркало. Посмотрим. А, зеркало. Иконка без лица. Видно то, что этому зеркалу уже как бы много лет, и то, что она там пролежала очень долго. Я пытался его оттереть, но вот здесь и заключается моя ошибка в том, что я брал все это голыми руками и вообще в руки, как бы это не стоило мне брать. Но на тот момент я как бы об этом не задумывался и вот пытался оттереть это зеркало, кое-как там немножко оттер. Как писали многие в комментариях и в личку мне ВКонтакте,
то, что, скорее всего, вот эти предметы, вот эта пустая иконка и это зеркало, это было ритуальное. Это были ритуальные предметы. Скорее всего, да, так и есть. И возможно, что вот эти братья перед смертью проводили какой-то ритуал, либо вот эта ведьма подтолкнула их на проведение этого ритуала. Если бы я дальше продолжал общение по ЭГФ, возможно бы эта ведьма, дух этой ведьмы, рассказал, как правильно провести этот ритуал. Но, к счастью, я не стал больше проводить сеанс ЭГФ, потому что я не знаю, возможно бы я послушал бы ее и провел бы этот ритуал, и неизвестно, что потом бы случилось бы и со мной. Я, конечно же, не все перечислил, не все силуэты, которые я там видел, потому что уже как бы прошло время. Как я уже говорил ранее, силуэтов этих было очень много. Возможно, эти братья пытались так себя показать, не знаю, показать свои лица. Также еще пару моментов, это где под штативом увидели что-то белое, пролетающее. Это, возможно, от вспышки сыграл так свет. Линза фотоаппарата отразила свет, и вот получился такой эффект. Либо это просто пыль. Ну а так, сомнений, то, что в этом доме есть паранормальное, у меня категорически нету. Вы все слышали по ЭГФ. И вот все вот эти хрипы, это уже и так понятно. Даже было без ЭГФ понятно то, что там присутствует паранормальная активность. Я пришел туда с ЭГФ, потому что хотел узнать, что же произошло с этими братьями. Конечно, все было как-то малословно. Они перестали после со мной общаться. После того, как они сказали, она пришла, вот, начался хрип. Почему? Мама. Как их освободить с этого дома, конечно же, я не знаю и не смогу ничего поделать с этим. Потому что если я дальше туда пойду и буду проводить какие-то ритуалы, это может коснуться и меня, как бы в худшую сторону, и могут быть серьезные проблемы. Ну и на этом все, друзья. Кто не смотрел, посмотрите видео, обязательно посмотрите видео. Возможно, вы что-то увидите там, то, чего не увидел я. Подписывайтесь, друзья, на мой инстаграм, ссылка будет в описании, на группу ВКонтакте. И всем пока. Я вам покажу кое-что. Вот, 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 вот. Сейчас хорошо видно, может. Почему? Мама. Всем привет, друзья! Вот, наконец-таки, долгожданное видео в новом году. Как я обещал вам, что приеду в дом ведьмы, где погибло два брата, приеду сюда с ЭГФ. Я приехал сегодня сюда с ЭГФ. Вот в той сумке лежит ЭГФ. Если паранормальная активность не будет себя проявлять, я применю ритуальный свисток, и уже тогда будем приступать к сеансу ЭГФ. В общем, сейчас, друзья, я расставлю свет в доме. Я еще туда не заходил. Расставлю свет, и тогда уже включусь. Вот здесь я буду проводить сеанс ЭГФ, потому что хрипы исходили вот с той стороны, с дивана. А здесь я ничего не буду делать. Ну, если там будет тихо, то я перейду сюда и уже здесь буду проводить сеанс ЭГФ. Сижу я пока в этой комнате. Послушаю. Будут ли какие-то опять потусторонние звуки. Особо светить. Сейчас на минималку сделаю. Сейчас, в принципе, на минималке стоит.
сейчас вспышку на телефоне. В общем, друзья, если что-то будет, я включусь. Свет. Сейчас я на телефоне включу свет. Все, нормально. Сейчас я установлю свет и включусь. Все, друзья, собрал фонарь. Сейчас фронтальной камеры нет, потому что я использую вспышку на телефоне. Сейчас. Вспышка. Когда упал фонарь, погас свет. Не знаю, слышно было или нет, шаги вот здесь. Сейчас попробую еще раз выключить свет и открыть на вспышку. Сейчас выключу свет. Попробую еще раз зеркало, я вам покажу кое-что, если будет видно, что я увидел тогда. Вот. Смотрите, круг. Да, видно будет сейчас. Там крест. Внутри круга. Но я скинул фотографию. Происходило отсюда, можно включать EGF. Сейчас я камеру установлю на штатив, включу, зажгу свечи, выключу свет и включу EGF. Итак, друзья, все готово. Только сейчас я вот проведу микрофон, петличку, чтобы вам было лучше слышно, потому что камера далеко стоит. А шипение, вот как я сейчас включал, когда первый раз EGF, там было очень сильное тихое шипение. Надо будет попросить, чтобы он сделал, ну, настроил там погромче, не знаю, что-нибудь. В общем, сейчас я подведу сюда микрофон и тогда уже включусь. Не знаю, друзья, как будет слышно меня через этот микрофон и как будет слышно EGF. Здесь кто-нибудь есть? Мы рядом. Скажите, кто вас убил?
Скажите, кто вас убил? Она это ведьма? Вы про ведьму говорите? Собрала нас. А зачем вы ей? Для чего вы ей нужны? Почему? Она идет. Вы еще здесь? Вы еще здесь? Свет. Потушить чуть. Тут у чемодана не было здесь. Дверь шкафа закрыта. Она была открыта. Это не понял. А, зеркало. Иконка без лица. Что это значит? Зеркало. Попробую это зеркало сфотографировать. На вспышку. Попробуем вас сфотографировать.
Блин, она все грязная, его надо протереть сначала. Да, его, конечно, не открыть. Не знаю, сколько она лет там пролежала. Это много так. Так уже вроде лучше. Но ничего не видно, да. А вот, вот сейчас видно. Сейчас хорошо видно. Может, они хотят показаться через него, я не понимаю. Для чего? Пустая иконка. Сейчас сфотографирую. 17. Вот так вспышка. Вроде ничего не видно. Что они хотели этим зеркалом? Ну-ка, если попробовать отключить свет. Выключить свет. Оставить одни свечи. А, не видно ничего. И к дивану. В принципе, они сказали, она идет. Возможно, это не они, а она подсунула мне это зеркало. Ты здесь?
то есть. Друзья, я думаю, что здесь реально находиться опасно. Если она их убила, может, она им перед смертью это зеркало и показывала. Я вообще не понимаю, зачем. Зачем пустая иконка, да? И вот это зеркало. Я сейчас в этой комнате немножко еще посижу. Если что-то будет происходить, я включусь. В общем, друзья, я отсидел здесь минут 20. Ничего не происходит ни в той комнате, ни в этой. Подведу итоги. То, что этих братьев убила реально ведьма. Потому что они сказали по ЭГФ, что она их забрала. Они не ответили, но сказали уже потом, что уходи, она идет. И вот как раз вы слышали, раздался там грохот, плюс вот этот ящик, его не видно сейчас, вот этот ящик, который был, зеркало в нем было и пустая иконка. Вот это не пойму, для чего вот это зеркало и для чего вот эта пустая иконка. Думаю, сюда больше возвращаться не буду, и так все ясно. На этом все, всем пока, спасибо за просмотр.